Значит, последний вопрос, это частый вопрос уже ко мне. Что касается онлайн-ведения, онлайн-тренировок, онлайн-консультаций, значит, ребята, смотрите, я вам уже здесь вот в видео предоставляю какую-то базовую информацию, общую, и делюсь с ней бесплатно, абсолютно. Хотя многие уже даже за эту информацию бы захотели каких-то денег. Я не считаю, на самом деле, эту информацию какой-то сверх тайной, и я не считаю, что я здесь вывел что-то новое, раскрыл какие-то секреты и просто, не знаю, раскрыл какие-то свои прям тайны. То бишь я просто упорядочил все то, что уже до меня было выведено, известно. И на самом деле я не считаю, что я за это должен брать какие-то деньги. Деньги берутся за индивидуальную работу, когда уже непосредственно речь идет о вашем случае. И все отталкивается именно от вас. Вот. Что касается онлайн-ведения, то я этим не занимаюсь, потому что по одной простой причине, потому что я считаю, что действительно показать всю, скажем так, весь потенциал того, что я могу, и чтобы мне это было действительно интересно, чтобы я мог контролировать весь процесс и в результате быть ответственен за результат и гарантировать какой-то результат, я должен заниматься с человеком индивидуально, тет-а-тет, то есть индивидуально вживую. Вот. Возможно, я просто не умею это делать, возможно, кто-то это умеет делать намного лучше, но я считаю, что в онлайн просто львиная доля той информации, которая мне нужна, и конкретно, что касается, например, тренировок, как человек делает все остальное, мне это нужно видеть прям вживую, и без этого я не могу каким-то образом советовать просто стандартные какие-то решения. Вот. Хотя много людей это делает. Более того, меня уже убеждали тысячу раз, пытались склонить к этому, что да, посылай просто стандартные планы, копипасты, раз в месяц там что-то подкорректируешь от балды и так далее, и просто дери деньги с людей, и все. Я так не могу делать, потому что если я что-то делаю, то делаю это ответственно, и потом несу, опять же, ответственность за результат. Вот. По-другому я не умею.